Безопасность – это одна из важных человеческих потребностей в жизни. Украинская компания Ajax Systems разрабатывает системы безопасности и системы умного дома. Для внедрения беспроводной системы безопасности переоборудовать помещение специально не нужно. Да и особых навыков в автоматизации тоже не требуется. В набор, который мы получили для теста, входят контроллер Hub 2, датчик движения с фотоверификацией Motion Cam, умная розетка, датчик открытия двери окна Door Protect, многофункциональная кнопка Button, брелок Space Control, Leaks Protect, беспроводной датчик обнаружения затопления, датчик дыма и температуры Fire Protect. Каждое приспособление упаковано в фирменную презентабельную коробку с общей информацией на ней. Корпус системы производится как в белом, так и в черном цветах. Два самых универсальных и востребованных цвета, которые сочетаются с любым интерьером помещения. Контроллер Ajax Hub 2. Hub – это то самое устройство, которое объединяет все датчики в единую систему. В комплекте – кабель питания, Ethernet кабель, крепление для монтажа и инструкция. На лицевой стороне логотип производителя, он играет роль светового индикатора работы. Если кто-то решится вмешаться в работу хаба, следовательно всей системы, под крышкой встроен тампер. Приложение моментально оповестит об этом. Контроллер подключается двумя способами. Через провод, либо через мобильный интернет. В хаб встроена пара слотов для сим-карт. То есть, если сигнал одной симки падает, вторая всегда на подхвате. Использование подключения через мобильный интернет не требует привязки к роутеру и дает возможность размещать хаб как угодно в конкретном помещении без прокладки интернет-кабеля. Если злоумышленники попытаются заглушить радиосигнал системы, хаб автоматически перестроится на свободную частоту и в приложении оповестит вас и охранную компанию о происходящем. Хаб работает напрямую от электричества, но при отключении электроэнергии в дело вступает встроенный аккумулятор с автономностью до 16 часов. При подключении через Ethernet кабель будет на пару часов меньше. Опять же, при отключении электроэнергии вы сразу получаете уведомление в приложении. Гибридное устройство Motion Cam объединило в себе датчик движения и фотокамеру. В момент обнаружения движения автоматически начинается наблюдение, и на ваш смартфон в приложение приходит серия фотографий происходящего. Также данная информация поступает в охранную организацию, если вы, конечно, работаете с охраной. Питается Motion Cam от двух батареек ресурсом до 4 лет работы. Датчик фиксирует движение на расстоянии до 12 метров. Датчик движения может игнорировать животных ростом до 50 сантиметров и весом до 20 килограмм. Снимки приходят в разрешении до 640 на 480. Даже в темное время суток или просто при нехватке освещения, благодаря инфракрасной подсветке кадры получаются довольно читабельными и детализированными. Изображения приходят к вам в телефон или в охранную организацию только по тревоге. То есть датчик не нарушает личное пространство и позволяет не быть все время под присмотром. Это поможет пресечь утечку личных данных в интернет. Работает Motion Cam только с новым Hub 2. Умная розетка Socket позволяет управлять питанием техники дома или в офисе дистанционно с любой точки мира. В розетку интегрирован счетчик расхода электроэнергии, защита от токовых и температурных сверхнагрузок. LED-подсветка играет не только декоративную функцию, но и информативную. Синяя подсветка по периметру – режим ожидания. Активируя розетку через приложение, индикация загорается зеленым, что значит полная боевая готовность. Ajax Door Protect – датчик открытия двери или окна, смотря куда установите. Комплектуется двумя магнитами разного радиуса действия – 1 и 2 см. Для стандартных дверей понадобится магнит меньшего размера, а, например, для железных дверей или ворот нужен магнит покрупнее. Сигнал от магнита передается на гиркон посредством магнитного поля. Как только расстояние увеличивается, поле размыкается и ток через гиркон перестает проходить. То есть при закрытии окна, двери, ворот цепь замыкается. В одном и другом случае мгновенно срабатывает датчик, отсылая сообщение хабу. Датчик работает на расстоянии до 1200 метров от хаба на открытой местности. Что касается дома или офиса, сигнал передается в пределах нескольких этажей. Ajax Space Control – это дистанционный пульт управления охранной системой. Для определенной функции здесь предусмотрена отдельная кнопка. Поставить объект на охрану, снять с охраны, включить режим ночной охраны или включить тревогу. При активации любой из перечисленных функций кнопка отмечается световым индикатором. Каждая кнопка дублируется в приложении во вкладке «Управление». Есть еще универсальная кнопка Ajax Button.
Ее можно использовать просто как брелок, либо установить в удобном для сотрудников месте. С ее помощью можно активировать сигнал тревоги для охранной организации, администратора или директора. Ajax Leaks Protect – беспроводной датчик обнаружения затопления. Датчик за секунды фиксирует появление воды и отправляет информацию на главный хаб. Также отменяет тревогу в случае высыхания. На комплектных батарейках устройство способно работать до 5 лет. Само собой, датчик водонепроницаем, с никелированными контактами. К тому же проверка работоспособности устройства происходит с промежутком 12 секунд. Последнее обновление охранной системы Ajax уже не только фиксирует тревогу, но и помогает владельцу избежать потерь при форс-мажорных обстоятельствах. Новые сценарии позволяют настроить автоматическое перекрытие воды по тревоге датчика воды. Также включить обогреватель по расписанию, автоматически поставить Ajax под охрану и многое другое. Компания Ajax предлагает дополнить охранную систему датчиками дыма Fire Protect. Беспроводной датчик обнаруживает дым с помощью инфракрасного излучателя и фотоприемника. Элементы смонтированы в специальной дымовой камере. Как только дым попадает в камеру, фотоприемник, в свою очередь, обнаруживает искажение инфракрасного луча. При появлении дыма сила преломления луча увеличивается, датчик отправляет сигнал о пожарной тревоге на хаб и включается сирена. При необходимости очистки датчика от пыли устройство самостоятельно сообщит об этом через хаб в приложении. Комнатная сирена Ajax Home Siren громко оповещает о срабатывании датчиков. Главная задача – оповестить об опасности и напугать грабителей. Кстати, громкость сигнала регулируется в приложении. Сразу из коробки сирена готова к работе. Необходимые элементы крепежа идут в комплекте. К хабу подключается буквально в один клик в приложении. Все вышеперечисленные устройства работают под управлением фирменной разработки Ajax, а именно ОС Малевич. Управление и настройки работают через фирменное приложение Ajax Security System. Состояние всех устройств экосистемы всегда можно узнать в смартфоне. В нем отражается полный список устройств, основные настройки и состояние их аккумуляторов. Также есть список охранных компаний, на пульт которым можно подключить Ajax, и список инсталляторов, которые помогут профессионально установить систему, если вам лень заморачиваться самим. Приложение постепенно расширяет свой функционал посредством автоматических обновлений. Итак, главная задача всех устройств Ajax – молниеносная реакция и предупреждение об опасности.